Добрый день, все читатели газеты «Даллас Телеграф» и все, кто смотрит это приветствие. Меня зовут Леонид Регетта, я пастор церкви «Река жизни», город Даллас. Очень рад, что мы имеем возможность поздравить вас с этим прекрасным праздником Рождества Христова и Нового года. Благословляем вас, желаем вам тепла, радости, счастья и Божьего присутствия в вашей жизни и в ваших семьях.